Спонсор прогноза погоды – компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время от 4 до 8, ниже 0, ночью минус 1, минус 3. Ветер юго-восточного направления 6-8 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, осадки в виде снега, днем минус 4 градуса, ночью 2 ниже 0. В Тольятти облачно, небольшой снег, днем минус 5 градусов, ночью минус 2. Юго-восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером возможен небольшой снег, днем минус 4 градуса, ночью минус 2. Ветер юго-восточного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.